ты в такое время часто ездишь в Амстердам? Просто я помню, катался к товарищам друзьям, и ночью всегда было дурно. Всегда. Ну, может, нет, всегда, всегда было дурно, всегда. Маша, Мария. Как ты чувствуешь? Мария. Так, что я еще хотел сказать? Слушай, я тоже не хочу бросать курить. Чапман Голд, просто One Love, Harvest, Капуст просто, блядь, женился бы нахуй. Ну, сука. Это, конечно, стёбный рэп, да? Вот. И... Но я не думаю, что он тупой. И тут я нахуй разбиваюсь. Он очень осознан. Вот это специально. Вот. И... Мне мурашки просто удивительно, говорят, что... Они берут звуки из 90-х годов. Ну, на секундочку. И, конечно. Звук 90 раз, синтухи и так далее, и подача. Странно, почему люди не слушают это. Антоху и МС, главное, слушают, а их... Это вообще просто, я когда услышал это в первый раз, я охуел просто. Будем так. Ну все, я связал. Ты можешь вызывать, заказывать. Я вспомнил себя тут дома. О, прекрасная дама, о, прекрасная дама. Вы меня балуете. Как жизнь меняется от одного, всех нехороших и добрых. Я говорю, как смогу, потому что написать неудобнее. Я может немножко, это мозги, сложно забить мне травмы. Я никому я могу объяснить, свои заклятые нахвы. Я тоже хочу найти своих и успокоить вечность. Хоть ведь чувствую, хоть душини, а говоря человечность. Ну ты ничего, парень вон, питайся только соком. Как жизнь меняется от одного, когда ты ведешь на свой плач. Как жизнь меняется от одного, когда ты ведешь на свой плач. Как жизнь меняется от одного, когда ты ведешь на свой плач. Ну, еще знаешь, как еще вот еще надо вот так. Путилов обязательно. Просто в такой момент. Путилов. Путилов. Опара. Я же сказал. Опара. Чувак такой в ахуе на тебя смотрит. Все, меня заебало. Это причем я завтра. На тебя, братишка. Соли вообще кайф обожаю. А не вампир? Если я не заебал тебя еще отправлять в меня... Помимо насморка, еще игривое настроение. Бля. Это она мне еще полгода назад не видела. Сейчас, понимается? Я был еще хуже. Я должен порисовать. Я как подлежащая остаюсь. Хотел сказать, я как подлежащая остаюсь. Только мечтать. Спешл фок. Ну вообще-то, как можно уснуть, когда не убаюкую? Спешл фок. Надеюсь, я доживу тело, скрутые ебало. Разбойтиться на мемы нахуй. Ты? Или спать? Потому что мы и правда не уверены, что... Мое ебало эта ситуация еще более неоднозначно. Угадайте мелодию трех умов. Кого? Борщ? Да, я тоже этому рад, но... Ясность не удержался от обеда, жарим мясо, да? Ветер был у меня от солнца, разбор из-за космос. Старый землянин держится за кусочек почвы жизни. Это дорога из тысячи точек, и для чего ой, тысяча кровом почек. На моем столе сверкая три часа ночи. Брошенный гантель еще мысли за... А я? А что я? Ты просто... Пришел в парикмахерскую. Очистка разблокировала. Хуярит дождец. Решил поехать на Пушкинскую навстречу. Думаю, что... Короче, я прям почувствовал, что это явно, блядь, не человек, просто колоссальное, сука, напряжение, нахуй, просто невероятно, я думаю, у этой скотины тоже, нахуй, пиздец, блядь, там вообще, нахуй, но, чуть не дошло до драки в конце, вот, но бабки мне заплатили, конечно. Ну я ебал, такой олень ебаный, просто мудила нахуй.
Блять, как он меня провоцировал? Как он меня провоцировал? Ну, он чувствует, я вижу, что его тоже нахуй вот так вот начинает перекосоебивать, потому что, ну, я чувствую эту хуйню, мне не кайф нахуй, ему тоже становится не кайф, блять. И он такой, пиздец, Сергей, у вас все в порядке? Я такой, у меня вообще все нахуй замечательно, просто изумительно, говорю, вот. Я как бы еще урок там веду, понимаешь, там все рассказываю, все то, все, 5-10, а его вот что-то калит, что-то вот ему как бы видно не так. Я не знаю, почему не понимаю, улыбаться, если он иногда вот улыбало. Я думаю, чтобы... Ты же клоун, блядь, просто клоун. Чтобы выступать на открытый микрофон. Как минимум нужен материал. Но его нет. А губы-то сухие у меня были, и еще насморк банк. Я только закончил, вот, в принципе, ну, да, на всех порах лечу, я думаю, я очень холод, ты че, где? Странно, что тебя не ебет от нее. Не так страшно, подожди. Нормально, играют, а сейчас жарят. Там люди просто валютают, стесняются, не понимают. Абсолютно недоволен, блять. Ну как выдал, так выдал. Ебаный голос выпросил. Вот. Не знаю, если получится, то ладно, что добавить этот год. Ну ладно, ладно, хули я выебываюсь. Посмотрим еще, как придется. Как все на финальном вообще будет. Ну так-то поработал, может там еще удастся спасти. Это еще завтра. На улице погода, солнце. Короче, придумайте слово сами. Вот это нахуй. Ты видишь, блядь, что происходит. В 4 часа нахуй, поэтому может, блядь, а не быть уже нахуй, понимаешь? А вы хотите составить компанию? Может, я уже нагуляюсь к вам? Вот. Пытаюсь. Смотрю работу. Пальто еще очень рановато. А что смешного, я сказал? Ну, если ты отмороженная, то в принципе можешь надеть. Угу. Короче, со мной сел паренек, успокоился, сел. У него были проблемы с контуром. Ну, у него проблемы с контуром, как бы, да. В принципе, и пробуй, старайся больше. Я понял, что мне полезно двигаться. Хотел бы очень, короче, психовать. Чем больше. Я двигаюсь, тем меньше я стрессую. Ну, энергию надо же куда-то девать. Раз банку, того не стоит. И кидает ее в стену. У кого-то кофе дороже, чем мой обед. У кого-то такая вот пизда. Вот я сейчас стоял, но вам, блядь, сильно. Все, я понял. Все, я понял все. Я все понял. Слушаюсь. Yes, sir. Повинуйся. На самом деле на улице погода охуеть какая просто. Вот я вышел, я прям охуел как вообще. Да, совсем вдумался. Ты что, хочется? Я хожу уже часа два, я думал себе башку. Пойти на студию или нет? Вот так вот хочется сказать. Пиздец, Сергей Александрович. А, у меня кое-что другое больше. Смотрю, смотрю я на тебя и вахуешь. Кобра, жесть. А ничего? А еще? Все на месте, все в порядке. Что я думал? Я думал, у меня будет другая прическа. После того, как я помою голову.
Нормально. Она, короче, ни стыда, ни совести. Вот не дурак, дегенерат, интегриент. Перебирал, переболел, порисовал на веселе. Эй, гений дурак, дегенерат, интегриент, перебирал, переболел, порисовал на веселе. Порисовал на веселе. Эй, гений дурак, дегенерат, интегриент, перебирал на веселе. Эй, гений дурак, интегриент, перебирал. Bless. Женщина. Woman moment. Я знала, что так будет. Вот. Вот. А я в столовую пойду. Надеюсь, в курице он был. Женщина. Только не говори, что был острый. Голос не выжать. Как ты вот был острый? Не надо. Не расстраивайся. С курицы самый вообще. Все остальные мне очень нравится. Не очень. А я что? Не хочу по-твоему. Не хочу подлема 28-летних. Вот так вот. Ой, блядь, ну вообще. Проснулся. И даже не улыбнулся вот еще. Я, кстати, умывался на самом деле с утра. Найти свои. Не знаю, почему мне. Хотя я не понимаю, что он меня стянул, ебал, я не могу, но хоть а делать. А почему? А зачем? Че у тебя случилось? Че тупим-то вообще? Как будто добрый. А сейчас я иду, так иди домой. Но на самом деле не заебись, потому что я хочу прям. И я буду дальше заниматься этим. Слушай, киша делом. Либо смотреть. Очень на это рассчитываю. Видишь, это было так. Что же начала, а ты уже закончила давно. Сомнительно. Потому что ехать на тут нахуя, взяли за эти деньги, хуярить печатником. На ноле без... Короче, пиздец, надо равнять. Нормально. А я такой думал, зачем? А зачем? Я его не так. Договор, говорит, составим. Документы. И я вообще удивлен, почему завтра послал без сходить. Я сегодня вообще позвонил. Давай я сейчас ищу, где. Ты говоришь, что вечером он наберет и скажет. А вот тут охуенно. Кому что, зачем? Сдает. Лес. А магазин доков, если нет, он будет сдавать нам. Тогда он предоставит доки и сделаем. Эй, бля! Он сразу мне предлагает договор. Делать это что-то так. Чё? Вот я. Вот этот бурень! Как он это делает? Это был еще один мой потенциальный человек, которого мы можем. Какие движения! Какая грация! Какой фокус внимания! Мне себе получится даже было. Жарит на тел, убивает нахуй! Последний хип-хоп капитал распределяют дети, инди-вандализм тебе все равно не светит. Просыпаюсь, в склепе обсыпается пепел. А я? Зато я узнал, где... Покупаем, точно? Перерезы, Машка! Как на улице? Я... Да, я все узнал. Вот, минусов... Сейчас попытаюсь включить. Зарядка на телефоне, да, как у меня. Можно, в принципе, убрать сейчас обратно. Мы... А так... Блин, такая она, конечно, обратная. В конце она такая... Пять тысяч ложек, уже заготовленные 5000. Сколько можно? Ну, долбоебка, но ты же знаешь, я говорю, сколько мне сказали. Нахуй вот это все, у него ебало, скривило свой пиздец. Зачем? Я говорю, сдачу надо, она такая посмотрела. Я стою минуту где-то,
Я такой стою в этих одеждах. Я снимаю. Да, блядь. Работа сегодня. Ебаная стройка, нахуй. Что-то я зашел и нихуя не нашел. Ну, спасибо. Надо, чтобы подсохло. Меня эта работа смотивировала, блядь, искать граффити, нахуй, заказы, блядь. Это пиздец. А я вот, Юля. Совсем чуть-чуть, немного, на донышке. Бля, как изменяется, от одного у всех небольшой добрый. Я беру краски, да, уже манера. Да, на узкий круг, разумеется, от одного у всех небольшой добрый. Я беру краски вокруг, когда буду садовать писать детей. Может, немножко валять через дети, скажи, да, мы будем вымать, кому я могу обходиться, когда буду Во-вторых, я думал, что я не засунул микрофон, как я что-то занялся. Я еду домой сегодня или нет. Я еще заметил, с такой прической я очень похож на одного человека. Скинь мне, пожалуйста, место на самом-то. Надо разделывать. Анжела, ладно, я пойду Никиту укладывать. Она пошла Где-то в недрах этой белой коробки. Ну, конечно, если с ним был все. Не дергайся, да? Тогда, наверное, я убил, да? Они думают, что здесь лично их территория, они здесь не имеют права. Что здесь тротуар? Тротуар двигаться решено. Вот этот мужчина. Мужчина, сделай пожалуйста, сюда. Герой. Они снимают, пожалуйста. Так. Да. Зачем? Ну, данный человек начал сбивать людей. Ничего подобного, они подождут. Я запустил кроссовки, стирал. Они встали втроем, отпустили ей тапку. Или там ей необходимо. Стирается или нет? Ой, бля. А вопрос был в следующем. Что мне пить? Да, на улице оказалось теплее, чем я думал. Вот я шагаю одного типа района квартала. Не. Сходила на Минскую, да? Вообще погода. Может быть, нормально рабочий. Ну, в принципе, можно рисовать. Я здесь шагаю по Москве. Я так полагаю, Игорь. Собирается дождь. Или я могу, да? Пойти домой. Смотрим на небо, видим дождь. А это значит, для многих из нас следующее. Нормально. Что мы домой. Остаемся дома.
Сегодня миссия отменяется. Я здесь. Да вы только посмотрите на эту красоту, что я сделал. Горячее, вкусное блюдо. Бля, че за погода, жесть. Прям вот хочется. Хочется свистеть. Девочка получила, но он что-то больно легкий. Вообще хорошо, так. Хорошо. Как бы мне хотелось погулять с тобой тоже, да? Да. А вот. Я иду на студию. Вот. Ничего себе. Ничего себе. Улёть, секс, Кажется, я приду после. В общем, я сходил. Вот. А знаешь, что еще кайф? Только сегодня мой товарищ стоит. Бля, я сегодня по себе погнали по дышу. Я говорю, погнали красить. Бля, охуенно. Я говорю, будешь новым оператором. Он тоже тебе снимает. Почему я думаю, что только 10 утра? Блять, вообще этот хост, вот эта вся штука охуенная. Пиздец, просто. А другой бомж перебалз для меня. 303-й, блять, или какой бомбоеб, кажется, перебал. У него глаза вообще вот такие нахуй страшные. Пиздец, просто здоровая. Она говорит, вы тут временные, я знаю вашу Аркашу. Я говорю, вы не забывайте, вы, сука, тоже временная. Пидораска, блядь. Как давно? Ну просто не мысли, что так долго. Я вышел гулять исследовал Калужскую станцию. Молчать. Тут целый раз слова. Вышел, ну пошел пиздец. Не высовывать их из поразительно, поразительно, как мала. Не многочисленные. Не скучай, милый друг, не скучай. Да, не надо. Ну вот что такое учиться. Идеальный слух, которого у меня нет. Ну, немного, чуть-чуть. Сегодня очень сильно оживлены мои соцсети. Короче, ну нахуй, ветер пиздец. Не. Короче, я тут преобразился. Преображенный теперь, как Преображенская площадь. Короче, вышел на улицу, думаю, блядь, сейчас хочу готовить из Нью-Йорка, падлу. В Инстаграме. И хочет, думаю, сейчас пойду в хачапурну, где нарисовал ее юнчи-домца. Прихожу, там одна хуйня. Вот сейчас мы ебемся с пресс-водом, она не поверила, она не давай там нахуй стоять. Она мне предложила прочесть Майдан, я говорю, ничего не нахуй, блядь, они ебут, очень странные. Мы вообще нахуй заебали, из-за того, что случилось вся хуйня. Крипто, блядь, кошелек или что-то, чтобы нахуй сразу просто не кидать, они мне, блядь, не знаю, может, они попозже хочется отправить. Тут раз нахуй тут ходил проводить. Вот что здесь происходит. Вот, ну конечно, это может быть скам. Ну может быть. Все наоборот, словно бесплатно. Чувствую себя маленьким мертвым, маленький цветок. Растет там, где живут чудовища. Что ты пожертвуешь, да не прямо сейчас. Деньги пошло, но имеет смысла. Твое будущее брело, на кону повисло. Едкий крючок, сладкая наживка. Добро пожаловать в косяк. Дай рыбки, сети хотят еще. Выставляют еще. Моя музыка, мозг, аллергический. Все, все на тебя. Все на тебя, маленький мертвым. Маленький.
А еще на Таганке я нашел вот Ну, у нас пока урагана нет, но я уже закончил. Идти домой. Молния, пожалуйста. Еще и фонари включили. А когда не кайфуют? Ну, ты можешь как бы тоже мне отправить. Я порисовать хотел. Кружочек. Можно. Можно, я считаю, это сделать. Да, это ничего. А я вообще не помню. Забыл. Два, семь, два, ДВ. Дома по обороне запускает. Как оказалось. Короче, я прогулял. Все, перекрыли розовый. Вообще, все. Просто цель. Если под мостом, конечно, попробовать. Может быть, там что-то есть. Я, конечно, не уверен. Ну, я вышел сейчас на улицу. Возможно. Тут есть место. Сейчас покажу. Вон там. Там речка прямо рядом. А еще сегодня, когда выходил, еще стояли мусора. В реке там никого нету, тишина. Но единственное, что неудобно, очень резкий склон. И там же полы. Вот прямо у нашего подъезда. Короче, пиздец экшен. Я-то в порядке, стоял. Кусок жалко, конечно. Бежал мужик, на всем материале меня доебался. Я уже ходил. Потом начал на снимать. Усрался нахуй. Портал, я сделал. Я сделал, блядь. Пуск, это вообще первый пуск. Ну, как бы, да. Короче, я починил душ. Первый пуск, у него после душа. Практически успешно. Практически успешно, считай того, что там тоже капает. Человек, который только проснулся и вышел из душа. Тебя ждет смешное видео из кухни. Дай мне теплый дом за колени! А как ты? Я должна была быть шутка. Потому что... Ну, и это. Ебаная несуразица, которую я несу, блин, ну, абсолютно непонятно вообще, куда это все ёбнется на голову, вообще тебе страшно так сильно, лишь потому, тогда, что она не похожа так сильно на тебя. Собственноручно, вот этими золотыми руками. Ну, постарайся, нагнал на тебе этого паука. Здрасте, я хочу кроп, а они меня понимаешь. Я требую... Я вышел. Разъяснений. На свет. Хожу, значит, это в парикмахерскую. Оказалось. Я нашел еще один ебейший спот. Ну, типа того. Ну, сейчас зайдем, посмотрим, что там вообще происходит. Какая там движуха, суета, что вообще там есть. Есть ли там смысл шуметь? Это же все важно. Вот колокольчик, допустим. Я нашел противоречие. Надо команду искать. Прям супер-мега китайская хуйня. Прям высокие просто режет до безумия, вообще прям. Видео. Бля, я купил себе такую футболку. Бля, на самом деле, на улице, наверное, самая любимая сейчас моя погода.
достаточно свежо и не совсем, ну, холодно, как бы, в целом. Вот. Я мне нравится, погода, в принципе, неплохая. Такая, я иду. Я иду. Запиканные треки лучше твоих обычных, и полстраны знает текста, даже когда там гличи. Со мною правда, ты пиздишь, это наше отличие. Я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае. Оксимирона ебали, Оксимирона ебали, Оксимирона ебали, Оксимирона ебали. Я уже выезжаю. Анальная кара подействовала. Пока мои коллеги-лакеи пихают хуй тебе в череп, чтоб не думал челик, не напряганит. Не вывозишь, когда под ногами асфальт. Железный барьер, что держит сейф. Больше без слов, факты зубов. Давлю тебя фактами клоп. Серый тиклон, сердце поток. Серый тиклон, смерди ты тут. Где так стиль? Мало в мозге, 500 светов зайти. Чего стоит стиль? Сегодня на ты. Вот ты мужик, пули порыв. Ворот, самоучка и нёк. Заморозить воровых ворот. Тянет собака коллег. Но прикоснись свое. Я беру перекур. Но поподок не косы. Ты чё словами поддамал на спичками блюр. Ну и слюс сет на битло. Паттерн посев куча слов. Ты опоседь был готов. Ради кого и чего не воспринимаешь всерьез. А смотри, что костями подрос. Обвязанные нитками плоти насквозь. Набиваться в чучел брось. В чучел брось. Это не мой город. Рот, я с утра пахать на завод, летом или в мороз, в ожидании грез. Ну это прям какой-то секс-символ. Ну, оп-оп-оп-оп, короче, я снова короткий, походу, стал. Ah.